Всем приветики, с вами Кэти Лакс, и сегодня мы рисуем вот такой вот прикольный рисунок, который можно подарить своей маме. Поддержи мой канал лайком и подпиской, мне будет очень приятно, а ты не пропустишь новые видео. Для начала делаю набросок карандашом, рисую две близко расположенные головы панды. Кстати, я рисую достаточно медленно, и ты можешь рисовать вместе со мной прямо во время просмотра этого видео. Добавляю пандочкам лапки, которыми они будут обнимать друг друга. Продолжая линию спинок, добавляю маленькие хвостики и также лапку одной из панд, которую видно на переднем плане. Карандашиком уточняю свой рисунок, где-то добавляю округлости, исправляю неровности, и рисунок готов к обводке линером. И чтобы было видно, что пандочки любят друг друга, мне захотелось добавить два вот таких вот кругленьких сердечка. И начинаю обводить рисунок линером. С черным контуром рисунок сразу оживился, сразу приобретает свои очертания, и видно то, что это характерный милый рисунок и такие две симпатичные пандочки. Стираю лишний карандашик и начинаю разукрашивать этот милый рисунок. Мне захотелось разукрасить этих пандочек не черным, а темно-серым цветом, потому что местами я добавляю тень, и рисунок становится более объемным. На белой шкурке панды я также добавляю тень, только светло-светло-серым цветом. На пятнышко панды прорисовываю глазик и на лапке добавляю вот такие вот маленькие округлые коготочки. Посмотрите, какая классная открытка у меня получилась. Этой открыткой можно порадовать своего близкого человека или признаться в любви.